Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Stick War Legacy. Мы с вами продолжаем здесь выживание. Как вы помните, в прошлой серии у нас вышло обновление, в котором мы с вами увидели новый скин. Мы будем играть за новый скин нового великана, и здесь будет кое-что интересное. А именно, этот скин непростой, а он, ребята, призывает зомбарей. И что с этого получится, ты узнаешь, если досмотришь ролик до конца. Ну а для начала, бро, давай ты поставишь лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить лайк. Поехали. Миссия 122, уничтожить вражескую статую. У нас есть великан. Ну что, великанище, давай тебя прокачаем. Раз прокачка, два прокачка, три прокачка. Вот наш великан. Топовый. Ха-ха, я ты чувак с этим скином, блин, рудокоп. Ну, коль ты получил скин уже, получай. Я не знаю, зачем шахтеру скин за 2000 кристаллов. Шахтеру вообще один только нужен скин зеленый. Все, больше шахтеру никакие скины не нужны, они бесполезны. Конечно, добычу нашему шахтеру. Такой вот крутой, смотри, тут тоже крутой. Пусть он миллионы тысяч добывает. Что у нас? О, толпа пошла. Смотри наших этих чувачков. У них тоже толпа, я беру нашего шахтера и пошел буду рубить врага, ребята. Смотрите, сейчас буду тыкать по врагам. Буду просто воевать. То есть все буду добывать, а я буду вот так вот делать. На, на! Смотри. Ого, они меня вырубили! Как так? Как они вырубили? Там снизу кто-то вылазит, я вижу какие-то зомбарики. Чего? Я не знаю, я бью кого-то или нет. Давай, 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 давай. Я бью, бью или нет? Там зомбари какие-то были. Все на базу, срочно. Пусть зомбари их едят. Куда вы пошли? Они пошли золото добывать? Куда они идут? Подождите, куда они идут вообще? Они что, будут базу мою ломать? Они на базу пришли. Половину вражеских рудокопов пришло на мою базу. Это что за прикол? Смотрите, вообще, что за атака дикая? Я не понял, вы что, с ума сошли? Что вы делаете? Это не по правилам, так делать нельзя. Вы должны золото добывать, а не ломать нашу статую. Ну все. Ощутите силу великана, но! Ну все, пацаны, пошли в атаку. Так, это зомбарь чей? Это мой зомбарь или чей это зомбарь? То есть, получается, этот чувак вызывает зомбарей. О-хо-хо-хо! Землетрясение, но! Вот, отлично! Бьем! Валите! Точно! Подожди, это зомбари чьи? Это мои зомбари! То есть, мои зомби? Точно! Великан призывает зомбарей, вы представляете? Ха! Я в шоке! Да я вообще непобедимый великан! Давайте, я король зомби. Великан король зомби, безумие. Подожди, вы откуда взяли магов? Так нечестно. Вы посмотрите, какое у них подкрепление, ребята. Ну, мага надо валить. Мага надо вырубить. Вот этого вот, видите, паршивца. У них два мага. Как это вообще возможно? Великаны строю. Давай еще. Если они сделают три мага, мы не сможем их победить. А что там, капитона я еще как-то сделал? Ну давай в атаку иди, чувак. Это мои зомби, они на меня работают. Капец. Ну? Давай, бьем, беру, давай, давай, давай. Капец, чувак, держись. Отходим на базу. Беру великана, смотри, сколько их. Землетрясение, на. Бьем по ним. Подожди, надо этих вырубить магов. Мага вырубить, это все фигня, маги. Вот они, самая главная опасность для нас. Короче, они сейчас, ребята, перебьют моих рудокопов. Надо переигрывать, ребята, вижу переигрывать. Прокачка, в принципе, у нас неплохая. Но ошибка была. Ладно, уже все, нет смысла воевать, нас перебили. Ребята, я решил сейчас взять нашему рудокопу сделать лавовый скин. То есть враги будут нас дамажить. Таким образом, будут сами получать урон, потому что этот скин обладает отражением урона. Ну что ж, враги, готовьтесь. Сейчас мы попробуем вас разгромить. Блин, крутой уровень, вообще топчик.
уровни просто бомба. Но здесь понятно, мы прокачиваем. Вот здесь тоже прокачиваем руду. Здесь тоже готов. Смотрите, что будет. Сейчас я предлагаю сразу включить им буст по добыче руды. Чтобы они сразу принесли много всего. Давайте, пацаны. Сейчас будет супер добыча. Один раз добудем, и все будет суперски. Огонь! Давайте, добывайте! Так, пошел махач, пошла битва какая-то. Я, если бы честно, еще стрелы юзнул бы, но... Давай, 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 отражение урона. Все, наши уже понесли. Понесли денежку. За нами пошла погоня, смотрите, за нами гонятся. У них часть рудокопов осталась. А вот рудокопы, они дерутся, смотрите, два осталось рудокопа. Так, отходим на базу, пацаны. Нам не нужна драка, это бесполезная. Долго, долго, давайте. Один рудокоп остался, да уходи ты. У них пошла армия. У них почему-то, ребята, в два раза рудокопов больше, чем у нас. Не знаю, с чем это связано, но зато сейчас у нас будет два великана. Давай, великанчик, выходи. На! Вот так вот. Пошли вперед. Пацаны, вперед, я буду вас перекрывать. Иди отсюда, мелочь пузатая. Надо его вырубить, а то он, ребята, будет, получается, убивать наших добытчиков золота. Хоть и стоит там отражение. Не трожь рудокопов, несчастный ты стикман вражеский. Смотри, что-то, ребята, врагу урон и не наносится. Так, давайте я выберу другого великана, где у него есть еще землетрясение. Смотрите. На. Но. Пошли, пошли в атаку. Бьем, бьем, бьем этих рудокопов. Давай, давай. Надо переключаться между великанами, чтобы делать землетрясение. На. Ух. Пошла жара. Бьем, пацаны, бьем. Давай, давай. Плюс там еще зомби вылазят. Смотри, сколько их. Давай нижнего великана берем. Есть землетрясение, заряженный огонь. Все, вырубили. Смотри, у них даже уже и рудокопов нету. Отлично, беру еще великана. Откуда они взяли великана? Зомби работает на нас. Блин, это вообще топчик. Мы всегда в этой игре Sequoia Legacy боролись против зомби. А теперь зомби на нашей стороне. Как-то дико и непривычно, ребята. На. Давай, давай, битва, битва. Так, где верхний великан? Что у него там, зарядка есть, да? Снова землетрясение. Бьем, бьем, бьем. Давайте делаем. Накидываем. Накидывай, накидывай, давай. У нас сейчас великаны вырубятся, ребята. У нас уже все, великанов нету. Великана вражеского завалили. У нас все. Давай, давай, ну хоть землетрясение-то сделаешь. Хорошо, сделал. Взял мелкого. Давай, пацаны. Супер зомбарь какой-то вырез из земли, смотрите. Какой огромный зомби, такого я еще не видел. Это что за штука? Этого зомбаря, мне кажется, вообще не победить. Давай, давай, накидывай. Завалили нашего великана. Подожди, почему нашего большого зомбаря так быстро убили? Так нечестно, я думал, это топовые зомби. А это что вообще за днище? Делаю землетрясение, ребята. Все, врагов наказал, давай еще. Внимание, враг вызвал подкрепление. Блин, это что, подкрепление? А до этого что у них было? Это что, не подкрепление? Да что это за уровни такие эпические? На! Бьем, пацаны, накидываем. Еще накидывай, блин, это круто! Давай еще, давай, давай, ну-ну-ну-ну-ну! Завалили, беру другого великана, делаю землетрясение. Они тоже, ребята, добывают там руду. Надо бить так, чтобы и по статуе бить, и по великану вражескому. Так, я не знаю, куда я бью. Куда я вообще бью? Сзади зомби еле-еле идет, чувак. Давай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не сливайся. Блин, слился наш великан, ребята. Вот еще идет. Надо больше рудокопов. Больше рудокопов. Вот они идут, эти добытчики. Уходите, зомби наши лазят. Почему зомби такие огромные, я не знаю. Это какие-то переростки. Прям червяки-переростки. Бьем. У них великан почему-то, ребята, мощнее, чем наш. Я не знаю, с чем это связано. Блин, у них маг. Это плохо. Давай, давай, землетрясение, ну. Тыщ. Маг живой остался. Что там у нас?
Ребята, идем на базу. Идем на базу, несем деньги. Потому что, блин, нам получается сейчас жестко навалять. У них маг есть. У них нету рудокопов, зато есть маг. Что это за штука такая? Они идут. Как с ними справиться? Великан не успевает построиться. Значит, я врубаю здесь. Врубаю плеть. Великан идет в атаку. И мы все идем в атаку. Я сейчас вырубаю этого вражеского мага. Уровни жесткие. Ну, то, что я сейчас трачу бонусы свои долгожданные заработанные, это полбеды. Мне жалко просто, что я потратил 2000 кристаллов. Это просто сумма нереальная. Давай, пошли в атаку. Это маг, он до сих пор жив. Как? Как? Наших всех перебили, вообще не могу понять. Как мы проиграли? Почему мага не завалил лазер, который там был? Что это за маг такой-то? Ай-яй-яй. Мы что, сейчас проиграем? Что у врага? Один рудокоп. Ну, валите, валите, маг, мага, валите всех. У нас всего лишь один замковый лучник, потому что у нас мало рудокопов. Что там происходит? Еще идет Стикман. Нет, ну блин, блинский. Есть там хоть кто-то? Капец, вот это мы проиграли. Я очень злой, ребята. Вот это уровень. Это просто безумие. По-другому никак. У нас в любом случае должен быть великан. Да? Давай сюда. Добычу. Может, надо было два раза использовать добычу руды. И тогда нам вообще ничего не понадобится, смотрите. То есть два раза надо буст сделать. У меня нет кристаллов, чтобы купить бусты. У меня всего 4. Вот все, что у нас есть, сейчас будем использовать. То есть я сейчас сразу вот так вот включаю добычу. И все. И пошли вот эти снова их рудокопы, блин. Давай я возьму рудокопа, пойду и буду ломать их базу. Я не знаю, что мне еще делать. Просто буду ломать ее. Вот смотрите. Все равно наши там дерутся. О, я понял. Вообще тактика не очень, если честно. Так, заходите сразу, приносите все. Сколько вы тут заработали? Вы должны, по идее, принести на двух великанов. На одного точно принесли? Тут либо великана прокачать, либо рудокопа. Смотри, ну так бейте. Как получилось, что в прошлый раз у вас все сработало, а в этот раз не получается? Что-то я не могу понять, это как вообще? Но я беру великана. На, идите отсюда, блин, у статуи вообще тут осталось мало всего. Давай, давай, давай. Все, пошли вперед, ребята. Атакуем. Зомби, давай, давай, дави. У нас появился Стикман. Я думаю, что зомбари сейчас его прикончат. Нам надо сейчас еще раз использовать добычу для руды. Слышь, он головой бьет наших. Иди отсюда. Сейчас буду использовать, смотрите, землетрясение. Так, вот здесь добычу надо сделать. Потому что где-то зажмем добычу и не сможем принести много золота. Я в шоке, у них подкрепление. Меня больше всего убивает их маг. Как так маг их жестко нас раздолбал? Как он выжил? Я думал, что его лазер-то уничтожит. На. Давай, давай, давай. Зомби, помогайте, блин. Давай, давай, зомби. Может, нам тоже мага одного сделать на всякий случай? Пусть там стоит, а. Давайте еще. Бьем, 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 бьем. Они меня вообще почему-то не трогают. Ну, в принципе, нормально. Давайте еще делаем рудокопов. Давай, давай, пацаны. Я вроде бы использовал всего лишь 2 буста по добыче руды. И все. Но. Надо вот сюда еще ударить, да? Вот, вот, сзади, сзади нападают, смотри. Ну, пацаны, давайте, ну. Сзади подходит еще великан. Сейчас у него будет еще разблокировано землетрясение, потому что у меня землетрясение перезаряжается. Выбираю нового великана. На.
Давай, давай. Надо, главное, рудокопа валить. Чтобы они ничего не носили тут. Выбираю первого великана, который у нас был. Давай. Два мага у них. Надо дойти до мага. Вот он, маг. Давай, давай, бью. Промазываю. Давай, давай, еще. Надо строительство включить. Так, выбираю первого великана. Один уже откинулся, я понял. Все, пацаны, отходим. Пусть зомби идут там, грызут их. У нас тоже маг внизу есть, видите? Правда, он не прокачан, он слабый. Ну а что делать? Пусть будет хоть кто-то у нас. Что нам надо? Еще добычу последнюю. Третью добычу, ребята, использую, потому что мне страшно. Я боюсь проиграть. Очень непростой уровень. Атака жесткая. Это у них маг вышел, видишь? Новый, наверное. Или те старые выжили. Короче, все, упал. Давай, давай. Я пошел за магом. Вот их два. Их надо прикончить. Уйдите отсюда. Несчастные маги. Пусть тут бьет. Я выбираю заднего. Сейчас я задним еще тресну, ребята. Здесь. На. Землетрясение. Одного добить. Добить мага. Так, сверху надо строительство включить. Двух великанов. Включил. Давай, один потух великан. На, мага, мага, выруби. Да что они какие-то неубиваемые, что ли? Маги уходят. Идите в баню, маги. Но! Маг выжил. Да как так? Почему он выжил-то? Я буду блокировать. Сейчас у них будет подкрепление. Отходим, пацаны. Отходим подкрепление. Пусть эти великаны тут танкуют. Так, пошли, пошли. Что у нас там, рудокопы вообще хоть что-то добывают? Капец, ребята. Мы как бы контролируем золото, но это никаким образом не дает нам преимущества. Великаны. Так, в атаку, в атаку. Мелкие эти карасики. Давайте, уходите отсюда. Вот, вот маг. Да иди ты сюда, ты задолбал. Он единственный, кто выжил. Прошлый там умер на отходе. Все. Сейчас идем, ребята, убивать их статую. Я уже ничего не боюсь. Одного рудокопа сделал. Есть еще деньги. Все, пацаны, давайте я просто уничтожу врага. Я пошел, буду, наверное, танковать. Пусть... А, я же тоже могу бить по статуе. Точно, вот. Давай, давай, землетрясение! На. Тыщ. Выбираю другого великана, у которого есть землетрясение. Ну, великанчик. Я мага выбрал. Я великана хотел выбрать. Не того. Дайте мне великана, ну. Все, накидываем, накидываем по статуе. Фу. Короче, ребята, на этот уровень надо... Ну, это с этим скином я прошел. И говорю, как надо. А если у вас нет этого скина? Я не знаю, что надо. Короче, с этим скином надо минимум 3 буста. Хотя, может, на E2 попробовать, но я наверняка 3 использовал, чтобы пройти его. Ну что ж, ребятки, это было круто. Это было бомбезно. Ребята, кто досматривает мои ролики от начала до конца, тот просто красавчик. Ну а с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.